Михалков выдвинул обвинение Биллу Гейтсу. Режиссер Никита Михалков заявил, что американский миллиардер Билл Гейтс хочет вживить в тела людей чип, который будет контролировать их действия. Цель – борьба с перенаселением Земли, кастовое разделение и сокращение расплодившегося человечества. В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа на предмет соответствия характеристик ежедневной активности для какой-то криптовалюты. Если условия выполняются, то человек получает определенные бонусы, которые может на что-то потратить. Чьи условия выполняются? То есть, другими словами, человек за криптобонусы продает свою личность, свою свободу, независимость, заявил Михалков. По его словам, отказавшиеся от чипирования окажутся на дне общества, не смогут получить образование, хорошую работу и даже водительские права. А те, кто управляет чипами, получат полную возможность вами руководить. Михалков показал патент на изобретение чипа. Его зарегистрировал фонд, основанный Гейтсом. Три шестерки, считающиеся у христиан числом зверя, встревожили режиссера. «Как-то настораживает это 060606», – заметил он. Ранее сообщалось, что Билл Гейтс потратил несколько миллиардов долларов на создание вакцины от коронавируса. При этом газета New York Times написала, что миллиардер может быть причастен к созданию коронавируса, а вакцина – это просто способ заработать.